Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Boston Auto, и меня зовут Максим. И сегодня у нас на обзоре ГАЗ-3309 ассенизатор 2012 года выпуска. Давайте пройдем к кабине. А кабина данного автомобиля у нас просто в идеальном состоянии. Чистая, ухоженная и никакого дополнительного внимания не требует. Давайте перейдем к подкапотному пространству. А под капотом у нас находится простой и надежный двигатель D245 Евро 3. Как вы можете видеть, дорогие друзья, никаких подтеков масел на данном двигателе не имеется. Пройдемте дальше. Рама на данном автомобиле была полностью отпескоструена и покрашена черной порошковой краской. Как вы можете заметить, никаких трещин или каких-либо других повреждений на раме нету. Рама абсолютно целая. А на данном шасси установлено новое вакуумное оборудование. А точнее, бочка на 4 куба, абсолютно новая, которая ни разу не использовалась. Также здесь установлен новый насос КАО-505. Как вы можете видеть, дорогие друзья, соответственно, что с той стороны и с этой стороны рама абсолютно целая. А резина, соответственно, как сзади, так и спереди, с очень хорошим остатком протектора. Дорогие друзья, автомобиль полностью обслужен и готов к работе. А посмотреть вы его можете по адресу: город Волгоград, улица Историческая, 185А. Также у нас доступен кредит, лизинг, наличный и безналичный расчет. Ждем вас в гости.